Дамир, дорогой наш любимый, талантливый режиссер, коллега, друг и удивительный человек. Пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с твоим творческим вечером, который грядет накануне юбилея, я не знаю, как грандиозное событие. Вот уже на протяжении многих лет тот юмор на репетициях, он все еще в нас живет, ну, во мне, по крайней случае, и греет, и всегда заставляет работать над собой, адский петюня жжет. Я очень жду с тобой встречи, как-то мы в Вольске пересеклись на фестивале, я думаю, пересечемся еще где-нибудь. Дай бог тебе самых каких-то безумных идей и средств, и чего, чтобы это все достиглось в твоей жизни, все получилось. Люблю, скучаю, жду, обнимаю. Forever. Давайте, кто с Дамиром репетировал? Ты. А ты репетировал с Дамиром? Да. Да. Это было целый день назад. Дорогой Дамир. Очень дорогой Дамир. Очень любимый Дамир. Да. Мы поздравляем вас, тебя, с этим праздником. Этим. Да. С этим большим праздником. С большой радостью. Сегодня свадьба. И у нас звонок. Да. И это все в благодаря твою честь тебе. И благодаря тебе. Мы любим тебя, играем в свадьбу. И, видимо, будем играть ее еще долго-долго-долго. За верим, что тебе? Спасибо. И верим, что ты к нам еще приедешь. И поставишь свадьбу номер 2. Да. Или что-нибудь еще. Или что-нибудь еще. В общем, сериальчик можно снять. Мы тебя целуем. Все любим. 3, да? Все. В общем, Дамир. Мы сыграли сейчас только что очередную 100-500-ую свадьбу. Уже молодожены некоторые, знаешь, куда-то еще с палочками ходить, уже пора. Но, тем не менее, спектакль идет, зритель идет. Так что, в общем, ты такой молодец, что просто это зависть берет. И тут вообще ходят слухи, что у тебя скоро этот самый. Вот чтобы у тебя был самый. В общем, спасибо, и чтобы дальше ты спектакль стоял. Больше, что какой-то правда. Ну, чтобы... В общем, радуй нас своими самыми лучшими в мире спектаклями.